sir. Сэр. Приближается Мортсид. Передайте надзирателю, у меня для него особенный заключенный. Искатель? Вы справились с ним в одиночку? Как смеешь задавать вопросы, Мортсид? Отведи меня к надзирателю. У меня срочное послание от лорда Рала. И оно предназначено только для ваших ушей. Оставьте нас. Ну, что за послание? Приказывай, исповедница. Я хочу видеть твою пленницу. Дени. Кейлин. Да, это я, сестричка. Им нужен ребенок моей сестры. Что тебе об этом известно? Даркин Рал хочет воспитать свою собственную исповедницу. Превратить ребенка в чудовище, выполняющее его приказы. Ты можешь идти? Думаю, да. Вы должны спешить. Пока мы тут разговариваем, сюда едет генерал Нас. Что происходит? Пленницу перевозят. Но у меня приказ держать исповедницу здесь, пока не приедет генерал Нас. Приказ изменили. Дженсен. Я не хотела причинять боль твоей матери, но у меня к тебе весьма срочное дело, которое принесет всем мир и счастье. И я хочу быть уверена, что ты мне поможешь. Умоляю, отпусти ее. Сначала ты должна кое-что сделать. Для меня и для лорда Рала. Дженсен, не слушай ее, о чем бы она ни просила. Не вынуждай меня убивать твою мать, Дженсен. Где-то здесь спрятана шкатулка. Найди ее. В этом поколении рождается дитя, абсолютно невосприимчивое к магии. Ты уникальна, Дженсен. Теперь принеси мне шкатулку. Отпусти мою маму. Когда она уйдет, я дам вам шкатулку. Думаешь, что ты можешь мне диктовать условия? Нет, возьмите. Сжальтесь, прошу вас. Это другая сторона твоего дара. Магия не может влиять на тебя. Но есть выход, который устроит нас обоих. Я слушаю. Сначала опустим оружие. Единственное, что меня устроит, это третья шкатулка Одена, которую я передам Даркину Ралу.